сейчас, 118,5 полчаса назад. Чуть больше, конечно, уже. Далекий, отличный по качеству исполнения прыжок Лахтинца. Лучше, чем, собственно, в Лахте, чем на своем родном трамплине. Здесь потому что прессинга меньше. Друзья, родные и знакомые смотрят в основном по телевизору, и он чувствует себя несколько поспокойнее. 127, великолепная дальность, отличная техника исполнения прыжка. И малыш из Лахти, который ждет своего земляка сборной в следующем году. Ян Ахунен, правда, будет избирателен. И вдохновил его частично Пехтода Лодвига. Попытается теоретически все так же построить в своем возвращении, как и американец, который в итоге стал неоднократным чемпионом мира.